Прием-прием, леди и джентльмены, на связи Шедимен. Добро пожаловать в новый видеоролик, а именно в рубрику «Помощники в Майнкрафте». Сегодня в Майнкрафте я перевоплощусь в настоящую свинью. Хотя мне кажется, это звучит достаточно грубо, давайте называть все-таки свинью сегодня хрюней. Мне кажется, так намного-намного лучше, да и тем более это любимое животное Нубика-Кубика. В общем, сегодня будет очень интересно, я уже подготовил целый план, и вообще, почему я решил стать именно хрюней? Да потому что Леска с Нубиком решили заняться фермерством. Они уже посадили морковь, картошку и даже подготовили загон как для хрюнь, так и для куриц. Так что мне кажется, я сегодня просто идеально подойду в этой роли. Но ты прямо сейчас напиши в комментариях, чем можно приручить хрюню в Майнкрафте. И после этого обязательно поставь лайк под этим роликом. Это мне сегодня безумно поможет не спалиться. И если ты еще не подписан на канал, то жми на красную кнопку подписаться. Кстати, а ты умеешь вот так вот? Приятного тебе просмотра. Итак, начинается наш сегодняшний день. Леска с Нубиком, кстати, друзья, скажу сразу, они меня, как всегда, естественно, не слышат. Они пока что только проснулись. Уже огородом заниматься, хватит тут. И я пока что буду ходить со своими собратьями хрюнями. Смотри, тут две морковь, все поспело. Так, давайте посмотрим, что они пока что делают. Смотри, собираем? Да. Засаживаем снова. Почему ты постоянно так любишь природу, огород, вот это все, все дела? Заодно, друзья, и как всегда послушаем, о чем они говорят вообще. Так, держимся поближе с хрюнями. Давайте вот сюда встанем. Леска, мы здесь не убрали морковку. Леска, ты зачем топтаешь? Сейчас придется опять переделать. Вот здесь вот затоптала, и теперь ходить нельзя. Друзья, у них постоянно какие-то непонятные маленькие ссоры идут. А где у нас инструмент? Просто надо взять мотыгу, чтобы исправить это. Вот да, где морковь. Инструменты о, даже не помнит Нубик. Ладно, нет. Давайте попробуем так, немножечко поближе подойти. Осталось, да. Так, все, главное медленно. Нубик, ну главное особенно встаешь, быстро не бегать, не прыгать, потому встаю, что это потому будет что мега подозрительно. Прыгнул, а ты вот так вот просто шла, и она почему-то а вон там, смотри, смотри, вот там не посадили. Вон там, вон уголочек остался. Нубик, короче, смотри. Дальше мы же с тобой так, хотели так, здесь хрюни разводить. Так, так, это уже интересно. Хрюни даже розовым цветом подписано, потому что хрюня розовая. Так, давай начнем. Приручить попробуем. Так, все, они идут приручать, друзья. Леска, стоп, короче. Подожди, я еще не взял морковку. А почему? Так, ну, давайте бери, еще ну, прогуляемся. Вот тут вижу, так, вот, куда улепет? Так, вот сюда ну, вот смотри, встанем. Что побежала, стой. Ой, стой, Леска, а вот смотрите, они, друзья, все, это подходит, друзья, я тоже подхожу. Так. Вот, смотри-ка, ну-ка, подожди, что-то идет, нет, сейчас пошли. Все, друзья, так, давайте попробуем. Делаем давай. Вид. Все, друзья, пошло, давай пошло, пошло дело, пока, пошло ладно, дело. Так, я смотрю вверх, чтобы менее палевно было. Так, так, идут. А что там не идет-то одна? Все, друзья, также отходим, короче, прячемся. Давай, 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 давай. Давайте, друзья, вот так идем, идем, чтобы беспалевно было. Так, давай, 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 так. Опа. Все, они закрыли дверцу. Закрывай, быстро. Так, закрывай. И мы с вами ждем. О, это выбралось, друзья, смотрите, а я внутри стою. Я внутри стою. Заходи, пожалуйста. Так, давайте тоже идем вот так. Резко быстрее, выходи, она сейчас выкрывает. Просто морковь-то из рук убирать вообще-то. Так, давай еще хотя бы одну, две где-то там попробуем. Так, они пошли еще ловить свиней других. Я думаю, пока что сейчас, смотрите, они убежали. Давайте так, я. Все, давай, я одну веду, потом ты еще веди а, не... уже. В смысле, ведет, она никого 4 не ведет. Более вообще. Чем достаточно. Нет, только ты не а что ты делаешь, выходи, в смысле? Выходи. Она же никого а что, куда не ведет даже. В смысле, кто я куда делся, никуда никуда кто не, не, не ну, исследовал. Почему не идет? Ну ё-моё. Да, резко. Спешит она капец как сильно. Маленький. Получается? Так, я только маленького хрюня. Так, пока она отвернулась, давайте я просто вот сюда вот выйду и все, вот так вот. Резко, стой, подожди, она на тебя бежит, маленькая хрюня. Сейчас они вернутся назад и увидят то, что там одной свиньи нет. Они все на тебя. О, давайте, друзья, я тоже иду. Еще раз, дубль два. Я далеко ушла, они, наверное, меня не увидели. Так, опа, заходим. Я не поняла. Так, подожди, тут все на месте? Все, мне кажется, идеально получилось. Так, я вам всем покормлю. Так, кормит, смотрите, а я вот сюда выберусь, вот так вот. Вот так вот. Ну как, заметили или нет? А капульку где выбросили? В смысле? Так вот тут где-то было. Где? А что, они не видят то, что я здесь, вот что ли? Ничего себе. Так, давайте, покушайте, покушайте. Так, покушайте. Не, не, кушай, маленькая хрюня. Тебе надо так. Расти и больше кушать. Они вообще внимания так, даже не обращают. А почему она тут стоит? Ё-моё, подожди-ка. А почему она опять вышла? Идем, идем. Так, друзья, мне кажется, пока они будут меня заманивать, сейчас все остальные выйдут, смотрите. Заходи. Так, давай, 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 заходи. Так, заходим, оп, ладно. Оп, о, нет, оп, смотрите, как они хорошо да, справляются. Да, давайте кушать. О, они еще морковь выкидывают, друзья. Давайте все это соберем. Я не поняла уже. Так, отлично. О, они такие все забрали. Смотри, они меня прям в угол загоняют. Эй!
Нубик, ты у тебя... Нубик, у тебя там что-то... Нубик, капец, там что-то шумит у него все время. Так, опа, все подбегаем, все подбегаем, друзья, все так смотрим. Мне кажется, меня вообще не отличить, смотрите, ребят. Так, все, Нубик, все, в общем, давай, морковки все кладем на место. Ой, чуть не выпрыгнул. Идем, убираешь. Так, итак, друзья, что будет по плану дальше? Так. Сейчас у меня будет побег номер 2. Ой, ну все, молодцы какие, слушай. Так, насчет курочек я предлагаю, что-то я устал. Смотрите, давай-ка попозже это сделаем. Уходят, и я сейчас тут делаю подкоп. Подожди, покажи. Вот, Леска, идем, смотри. Опа, друзья, все, делаем подкоп. Да что ты будешь делать, он опять там. Смотрите, опа, и побежали, давайте, теперь быстро, ребята, теперь быстро. Стой, говорю, стой. Все, друзья, смотрите, теперь погоня начинается. Реально? Леска, я сейчас покажу, она выкрутила подход. Ну-ка. Вот такой вот. Все, стоим здесь. Закрывай. Теперь стоим здесь. Да, давайте побольше вот этих штук возьмем. Клюнечка свинка, она очень на самом деле умная. У нее есть интеллект, потому что... Леска, ну и ты где знаешь, она? Ее застряла, не видит. Прыгаться из-за этого так. Подкопа. Еще раз пошла я приручать, так. Кого ты приручать? Спроси, не получится. Я пошла за этой упрямой свинкой, что это ладно, такое? Все, друзья, а теперь мы на эту морковь даже внимания не обращаем. Давай идем. О, бежим, все, друзья, побежали, давайте. Ты что такое? Да куда ты, опа, стой, опа. Ты говоришь? Сейчас стой, затеряемся говорю, среди стой! Других, смотрите, ребят, сейчас я затеряемся. Нубик, это удивительная, просто удивительная хрюня какая-то. Все, вылезай, хрюня. О, давайте, а вот, все, затерялись, ребят, затерялись. А где она? Я ее уже потеряла. Все, друзья, смотрите, я идеально слились, короче. Я тебя сам потерял, где ты в какой-то стране? Смотрите, смотрите, я к озеру побежала. О, теперь вот так или... Леска, за так, тобой. Давай-ка, пошли. Все, опа, побежали, друзья, давайте. Смотри, Нубик, она дерется со мной. Опа, ой, и туда его, и туда попадается. Его. Попадается? Она меня тоже ударила. Так, ладно, ребят, мы все-таки сегодня с вами куда? Не вредители, а помощники. Она так что давайте немножечко так притормозимся. Ой, стойте вообще, почему? Ой, маленький. Стой, мы же тебя приручить смотрите, хотим. Стой, так, возьми, прячемся, возьми, прячемся. О, давайте морковку. Все, друзья, теперь мы помощники. Вот молодец. Вот так им немного. Так, какую дадим? Смотри, Леска, смотри. Ну-ка. О! Ты что, Нубик? Что делает? Хрюня, ребята! Нубик вообще Нет, просто кошмар, хуже, ну, чем Нубик, я не знаю кто. Все, ладно, побежали. Кстати, ребят, если что, вот эти вот штукенцы работают как костная мука. Но даже лучше. Я вообще-то нормально. Так, давайте им покажем, ребят, смотрите. Я, так, ну, вообще, стой! Я тоже нормально, в отличие от этой хрюни. Смотрите, смотрите. Стой, опа, подожди, опа, 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 опа. Стоп, Леска, что она делает? Подожди. Удобряю, она в смысле что? Она только от морковки и вырастила ее. Это называется нет, удобрение. Леска, подожди. С помощью этих кокоек можно выращивать продукты. Продукты. Нубик, ты куда так торопишься? Это можно ничего... Я не соображаю даже. Откуда ты знаешь? Одобрение, оказывается. Откуда одобрение? Ты узнала? Это одобрение, капец. Не я не... Давайте еще раз покажем для Лески. Так. А как ты так быстро? Ну-ка, вот смотри, видишь, вот так вот. Ну-ка. Давайте им дадим вот так вот. Вот видишь, кокольками кидайте, потому что только что прошлась по картошке с помощью этих кокольков. Давайте, пробуйте, ну-ка. Подожди-ка, получается, что у нас есть суперсредство. Ты чего, умная свинья, что ли, получается? Так, ну-ка, если я вот так буду делать. О, вот, смотрите, ребят. Она понимает, смотри. Да. Она головой мотает. Давайте еще немного звук издадим. А ты что, подожди, ты реально понимаешь все, что мы говорим? А ты можешь прыгнуть 3 раза, если ты нас понимаешь? Откуда 3 раза может знать свинья? Все, друзья, не будем прыгать. Но она же не умеет считать, Нубик, ну ты уж совсем уж. А, тебе прыгни, просто прыгни, если ты понимаешь. Так, подожди-ка, Нубик, мы, кажется, столкнулись. Ну вот, Леска, она нас не понимает, я ей сказала, прыгни, она не прыгает. Она будет, интересно, пробовать, типа, вот так вот сделать. Подожди, Нубик, знаешь, что мне сейчас пришло в голову, какая? Ну-ка, давайте сами вот так удобрим все это дело. А если нам? Ну-ка. Слушай, а ты можешь, а если нам сделать золото? Тую морковь. Слушай, а ты можешь нам хрюни скинуть? Давай. Золото у тебя есть? Сейчас немного будет звук. Так. Хрюни. У тебя есть золото? Ой. Золото. Что такое? Давайте вот эти копейки скинем. Леска, почему он кидается постоянно? Так, а теперь возьмем вот эти вот наггетсы. Хочу спросить, у тебя есть золото? Золото, золото. Смотри, оно кидается золотом, мы можем сделать золотую морковку. Пошли, так, пошли, ну-ка, давайте заприсидим за ними. Сейчас, погоди, идем с нами, подожди, ты посмотришь. Так, Хрюня. Смотри. Так, я буду вот отсюда наблюдать в окно. Нет, она в окно смотрит, она не заходит домой. Нубик, отдай мне, пожалуйста, я ничего не могу скрафтить. Почему-то вот все у тебя. Просто мне большую часть она очень выдала, 25 штук этих золотых наггетсов. Так, ой, немного еще похрюкали. Смотри, такая. Ну, и да, друзья, нам теперь и нужно супер штуку подготовить. Это подобная консистенция, но уже золотая, друзья. Что у нас есть, Леска? Золотая морковка. А что мы с ней будем делать? Смотри, мы сейчас ее покормим. О, ну-ка. И она нам даст
Давайте я вот так вот сейчас, буду прыгать. Сейчас, если моя идея правильная, она то... Она радуется, смотри, она прыгает, какая хорошая. Давай посмотрим, получится так или нет. Она съедает золотую морковь, и что она потом выдает после этого? Я не знаю, что она... Что выдаешь? Что выдаешь? Еще что ли надо? Что-то выдаю, не знаю. Хочу, подожди-ка. Еще хочет. Давайте еще. У них очень аппетит такой. Эй, Хрюня, Хрюня, заходи, можно не стесняться, заходи, почему ты тут стоишь? Я боюсь тубика, я не буду заходить. Так, я тебе еще морковку даю, подожди-ка, стой, вот смотри, смотри, золотая морковка. Так, а теперь морковка, друзья, мы берем эту морковь и начинаем делать вот так вот. Это правда, что они много едят? Есть, это заработало, так, опа, у нас опа, есть опа, золотые опа, кокуляндры, ура! Смотри, нубик. Так, подожди-ка, давай проверим. Леска, она их раскидывает, я теперь тоже иду. Леска, я сейчас так много их соберу, так, то убира... что... Все, друзья, ну-ка, теперь, друзья, вы сейчас увидите, как эта штука вообще работает. Давайте я тоже вам покажу. Короче, эти штуки, они вообще максимально быстро все выращивают. Леска, оно с первого раза вырастает, это картошка. Вот, я тебе чего говорю, это золотое. Да-да, так оно и есть. У нас есть теперь уникальное. Слушай, у нас... Подожди-ка. Мне кажется, мы уже неплохо им помогли сегодня. А здесь свинья золотые, как ульки. Кстати, еще у нас есть золотая морковка, золотое яблоко там есть. И вообще, у нас очень много золотых вещей, оказывается. Короче, мы можем бесконечно с тобой теперь выращивать очень быстро. Капец, ребят. Для них это такое счастье прям. Смотри, кто пришел. Где? Ух ты, ламы, ничего. Ничего себе, ребят, смотрите, торговец пришел. Это вообще-то торговец. Подожди, так это они все в шоке. Вы знаете, что у нас теперь золотые кокуляндры? Капец, ребят, смотрите, они теперь всем об этом рассказывают. Они покупать у нас товар приехали. Леска, что происходит? Я вообще без понятия. Капец, ладно, давай закроем дом, а то еще кто-то без спроса зайдет к нам. Так, ладно, давайте Нубику поможем. Так, зачем ее с веревкой берешь? Так, вообще-то... Госпожа дорогая, так, что будет дальше? Мы сейчас плывем в шахту. Вообще, Извините, Нубик, послушай. Шахту? Госпожа дорогая, просто нам надо очень быстро. Кстати, ребят, дай у меня маленькая идея появилась. А нет, ну, знаете что? Я забыла. Короче, совсем. Я же у них там загон с курицами есть. Давайте попробуем кое-что сделать. А можешь рыбачить? Покажи, пожалуйста, нам рыбачить. А... Ты можешь... Ну-ка, пойдет за нами. Они пойдут за нами или нет? Смотрите, ребят. Леска, Вешка тоже запрыгнула в нашу лодку. Что вообще происходит сегодня такое? А ты куда? Она нас куда-то зовет. Смотрите, ребят, я сейчас буду куриц вести. А, Леска, она нас ведет. Ой, что? Так, давайте сейчас поможем им. Вот так вот. Она ведет за собой курочку и помогает нам сделать... Она приручить умеет. Она приручила курочку и теперь... Опа, все, ребят, пойдемте мне еще поможем. Ничего себе, как она умеет. Даже мы так не умеем, а Хрюня умеет. Как так? Так, давайте, давайте, ребят, вот смотрите. Мне кажется, для них это супер необычно будет. Вот это умничка, ты посмотри, какая умная свинья. Реально умничка, это не свинья, Леска. Это Хрюня вообще-то, свинья это слишком грубо. Так, заходим. Хрюнечка такая. Так, опачка, цыпленок зашел. Ты же теперь наша. Опа, все, два цыпленка, и давайте их покормим. А давайте поросенок Персик. Так, что-то ты я покормить молодец. Не могу. Опа! Давай мы тебе еще морковь дадим, правда, обычная. Опа, сейчас. Все, вот так вот. Леска, что вы сейчас лет съесть? Не надо, Нубик, ну ты совсем уже, что ли, а? Капец. Так, ладно, друзья, даже не хочу знать, что там Нубик ест или не ест. Вот так вот я и живу, видишь, с кем вообще вот приходится общаться. Так, ладно, что будем делать дальше, что будем делать дальше? Чем я им еще могу помочь? Друзья, я вам предлагаю сейчас отправиться в шахту. Ты умеешь, Хрюня, добывать? Пойдемте добывать. Будем, у нас там всякие месторождения, там всякая. Так, в шахту? Слушайте, ну пойдемте сбегаем. Пойдемте. У нас, в общем, там сейчас в шахту пойдем, там очень весело и чего только нет там. Так. Так, что будем делать? Что будем делать? Прикольно у них тут плита, конечно, вот это. А я знаю, что хотела предложить. Интересно, наша Хрюня умеет стрелять из лука? Давай я на всякий случай ей дам лук. Леска! Почему? Что? Я стрелять из лука, ну, слушайте. Ли, вдруг, ну давайте я, в принципе, буду уметь стрелять из лука, так уж и быть. Дай стрелу. Ой, что я сказала, стрелять из лука, стрелы. Если что. Пожалуйста. Так, опа, все это забираем, всё. Забираем. А, броню надеваем. Так, давайте попробуем так вот стрелять. Я, кстати, не надела. Вот так вот слабо. Как я буду ехать? Слушай, а как они... А где броня, Леска? Смотри, изо рта плюется, что ли? Ой, смотрите. Смотри, стреляет. Ого, круто. Сколько вопросов Нубик задает, это просто. А, вот броня появилась, спасибо, что вы кинули. Так, давай, вы с Хрюней садитесь вдвоем. Так, с Хрюней вдвоем. Что такое? Так, а куда мы плывем вообще, ребят? Куда мы сейчас плывем? Что-то... А что у Лески происходит? Капец, они затащили там. Давай я их собью. Стойте, ребят, давайте вот так вот сделаем. Так. Уйди отсюда. Сейчас. Эй, не бей. О, молодец, опа, молодец. Все, отлично, не, ребят, поехали, поехали. Ко мне. Ура, Леска, куда едем? Веди нас. Ха-ха, уйдем от Нубика, уйдем от Нубика. Так, ну какая разница, вместе же едем. Села ко мне. Уйди, у меня сейчас лодка сломается, уйди. Ой, пожалуйста, Хрюнечка. Нубик, ты вот...
Это Нубик злой, ребят. Нубик очень злой. Я с ним так не буду плавать. Пускай вот теперь. Пускай теперь пешком плывет. Капец. Как так можно? Вы слышали, как он вообще? Я тут помогаю им. А он как этот. Как злюка какой-то. Кто с тобой захочет ехать? Точно, точно. Вот детская, я согласен с ней абсолютно. А я ничего не делала, она сама почему-то... В смысле, ничего не делала? Он так и сказал мне вообще. Ты просто капризничаешь. Мне прям реально обидно стало, ребят. Ты же Нубик, понимаешь, вот памперс носишь свой все время. Так, ладно, давай сейчас за Нубиком сгоняем. Она даже лодку сломала, Леска, пожалей меня. А где ты? Леска, за мной едет, спасибо большое, спасибо. Давайте скорее, я вас жду. Нубик сломал лодку в итоге, ребят. Да потому что, наверное, Нубик, ну, ты бас, в броне конечно. Очень тяжеленький, поэтому и лодка сломалась. Ой, Хренечка, меня ждет. Хрени, извини за то, что я на тебя наговорил, ты очень... Эй. Все, вот так вот, короче, друзья, будем делать. Хрени, ну, ты хороший, Хрени. Так, я ладно, побежали вперед, все. Пойдемте, она же с тобой. Кстати, они факела, интересно, взяли или нет? Да, Хрени играет. Давайте возьмем факела. Так, ой, вернее, сейчас за ними, а потом возьмем факела. Так, давайте я им еду сейчас дам. Сейчас я еду им дам. Так, опа, хлеб выдадим. Спасибо большое за хлебушек. Я как Юка, все-таки помощник. Ну все. Так, факела, друзья. Факела у меня на месте здесь. Вот наша шахта, Хрюнь, смотри, короче. Но тут бывают опасности у нас тут. Да, реально, кстати, мне кажется, там кто-то сейчас есть. Из-за этого у нас есть меч, чтобы мы, если что, могли кого-то убрать. Так, давайте пойдем аккуратненько. Так, где у меня... Так, аккуратненько спускаемся. Ну, так. И давайте немного будем освещать тоже территорию. Так, давайте я вместе с ними покажу, что я тоже факела умею ставить. Нам, мне кажется, тут... Опа, угля вижу много. Так, ставим факела. Так, что у нас тут есть? А, Хрюня здесь, она куда-то бежит. Опа, сюда прям спитим, короче. Ну, я думаю, что она... Ой-ой-ой, тихо, там скелеты, там кто-то был. Ой, пауки сзади. Леска, ты слышишь звуки скелетов? Слышу. Что это сейчас такое? Так, просто стреляем туда. Она видит их. Все, друзья, короче, пойдем теперь за ними. Они пропустили золото. Стоп, что? Давайте им об этом скажем. Она же стрелами в прошлый раз в озеро стреляла, так точно. Вот, золото, говорит. А где кирки-то у нас? Они что, кирки не взяли? Давайте им выдадим кирки. Опа. Нубик, а почему мы с тобой не взяли? Подожди, потому что рассеянные. Пойдемте. Вот балбесы. Так, давайте вот здесь скажем то, что тут железо. Так, смотри, она нам железо показывает. Она показывает то, что тут есть железо, круто. Очень, она очень так, красиво. Она даже умеет труда. Так, дальше. Освещаем территорию. Она очень умная. И что, так, кстати, скажем? Угля дома мало, у нас же печки с тобой там. Угля у нас, я посмотрела. О, золотишко. О, золото моя любимая, спасибо большое, Хрюня. Уже как родной. Слушай, сейчас так, будем все, тут у нас тупик, да, уже получается? Так, ну, пойдемте еще куда-нибудь сбегаем. Так, что-нибудь есть еще или нет? Ой, сама факела оставь за собой от темноты, прикинь. Так, слушай, и это мы вышли назад. И давайте, ночью, наверное, сейчас дадим, как подарок, немножечко алмазов. Находиться в самом темном месте не страшно. Ух ты. Что-то говорит? А? Подожди, как? Алмазик дает, смотри. Все, по 2 алмаза дадим. И я думаю, друзья, я буду сейчас уже уходить. Спасибо, ты такая умная. Ты останешься с нами жить? Останешься? Да, пожалуйста, останься с нами жить. Просто ты очень хорошая, Хрюня. Почему она не может? Ты что здесь? Все, друзья, я ухожу. Она куда ты, постой? Короче, давайте все, друзья, пора уходить. Она не может с нами жить. У тебя что, есть своя семья? Давайте вот так вот покажем, короче, у да. У нее есть своя семья. А у тебя есть дети, что ли? Так, уходим, убегаем. А у тебя есть маленькие Хрюни? Опа, уходим. Слишком много вопросов, ребят, все, уходим. Эй, скрываемся от них, скрываемся. Поросёнок. Все, она уходит от нас, что ли? Эй, стой, ну почему она убегает, Леска? Давай она следовать за ней. Все, друзья, короче, я ухожу. Наверное, на этом уже хватит. Друзья, ну что же, я на этом буду заканчивать. На связи был Шэдимен. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. И всем пока-пока.